Тут у меня за северной стороной дома теневой цветничок новенький. Здесь у меня находились автопокрышки с песком, чтобы черенковать хвойные растения. Я выбросила все автопокрышки и сюда засадила разные хосты. Хосты в основном обыкновенные. Ну, некоторые тут есть какие-то вариегатные. Астрибоидес, астильба. Ну, как хосты цвет вот сиреневым. Он тут от дождя склонился, совсем склонился. Бузульник Пржевальского с такими красивыми листьями. Правда, у них листья симпатичные, такой вот сильно рассеченные, резные. Вот, у меня здесь купена чудесная. И папоротники разные. Ну, их практически там не видно. Они спрятались у меня дальше за листьями. Если приглядеться, то можно их найти вот там. Тут у меня разных сортов. А вот это вот бузульник Фишера. Красавец, правда? Такими крупными цветами и черными черешками. Ну, вот еще у меня тут какой интересный, да? Это какой-то там Криспа кристата. Кочедыжник. Так, вот тут у меня еще есть японская анемона. Вот листочки. Видит. Ну, в общем-то, в целом это вот выглядит вот так вот. Конечно, мне так больше нравится, чем эти автопокрышки. Тут их было, наверное, штук 40. Я выкопала из них все укорененные туи, можжевельники, все, что здесь заукореняла. Вот, насажала на улице. А тут теперь вот такая у меня красота. Маленький цветничок, тенистый.